Падает. Очень хорошо. По-моему, звука говна стало больше. Не, мне кажется, ровнее летит, нет? Ну, как бы, да. Слушай, ну прям отлично летает. А почему они вот призвуки дают все время разные? Нормально. Слушай, ну у него сейчас минимальный газ такой, что ESC отключается. Это вот не есть звук. Очень разных плоскостях работает. Я почти уверен, что весь биелью разрушил. А газку поддай. Да, давай газ тестировать. О, приятнее теперь или как? Ну до потолка не долетает, не факт. А-а-а. То есть эффект есть. Слушай, очень хорошо. А ты его стабилизируешь или он сам? Слушай, ну как бы он стабилен, я бы сказал так. Ну отлично. Ну то есть, его можно сейчас запросто в потолок не мочить, но тот, кому мочил уже. Ага. О, отлично. Вот такое должно происходить. За арменные должны, короче, крутиться все. Да ладно, зато он не опасен. Да не, мне... Так веселее. Да-да-да, очень хорошо. По одному запускать. Причем он чередует. Ну, он да не. Запускает все по необходимости, когда уже крен пошел. Ну да. А ты что, power save? Я предлагаю так оставить. Да, то есть он же может катать на двух местах. Ну да. То есть, грубо говоря, вот когда летит... А, да, ну да, необходимость стабилизации появилась, вот тебе все будет стоять. Ага. Потолок. Слушай, ну в целом вот дрон стал аэрный. Только, блин, полный огород, конечно, с лимитами.